Супругу премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анну Акопян и их дочерей встретили в Москве криками «Предатели» и «Семья выродков». В зале прибытия была срочно объявлена эвакуация. Немногим ранее представители армянской общины России в одном из аэропортов Москвы ворвались в зал для официальных лиц и делегаций, где встречали Анну Акопян и двух ее дочерей Шушан и Мариам, и начали выкрикивать оскорбления «Предатели», «Семья выродков». Жену и дочерей Пашиняна через запасной выход сопроводили к машинам, где члены армянской общины продолжали оскорблять их. Напомним, ранее сообщалось, что жена и дочери Пашиняна выехали в Москву для получения российского гражданства в сопровождении 10 вооруженных охранников.